Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хотел поговорить о таком зарядном устройстве автомобильных аккумуляторов. И не только автомобильных. Маленькое такое устройство, Лавита, это Чехия. Смотрите, что я могу о нем сказать. Здесь есть зимний режим, защита от неправильного подключения, ну, если бы плюс на минус случайно. Потом защита от перегревания, защита от пыли, от влаги. Такое вот маленькое зарядное устройство. Я им пользуюсь 2 года. Я им, в принципе, доволен. Штука классная. Он заряжает аккумуляторы как 6-вольтовые для мотоциклов, так и 12-вольтовые. Причем заряжает, ему пофиг, что заряжать. Вот смотрите, у меня есть АГМовский маленький, вообще на 9,5 ампер. Смотрите, 9,5 ампер. Он может заряжать кислотники обычные, кальциевые аккумуляторы. АГМ вот эти вот. И я пробовал гелевые, тоже заряжает аккумуляторы без проблем. У него есть защита от короткого замыкания, я уже говорил, защита от перегрева, функция теста аккумулятора. В общем, если банка где-то замкнута, он сразу покажет эррор и не будет его заряжать. Также у него есть такая интересная функция интеллектуальная. Давайте я вам покажу. Давайте, смотрите, подключу. Как мы знаем, нельзя давать на аккумулятор, особенно вот это пусковой АГМ обычный, на него нельзя давать больше 10% ампер, да, от его емкости. То бишь на этот максимум 1 ампера. Тестер, смотрите, поставил на амперы, минус к минусу, так, плюс подключили, и смотрите, даем на него зарядочку, что он нам покажет сейчас. И в режиме, смотрите, автомобиль, это то бишь он сейчас должен давать на него 4 амперы, так, а он 4 ампера он должен давать, он его протестировал и дает, смотрите, 0,35, 0,3, 0,4 ампера, видите, он, не да... он его протестировал, понял, что маленькая емкость аккумулятора и не дает ему большой ток, всего лишь 0,29 ампера, вот, запомнили, смотрите, автомобиль, да. Также тут есть, смотрите, вот режим 6 вольт у нас есть, 6-вольтовые, это зимний режим, видите, снежинка, 12-вольтовый обычный аккумулятор, ну, для такого вот, вот то же самое, смотрите, вот он дает на него 0,25, то точно так же, смотрите, вот он берет и сотку спокойно заряжает, смотрите. Причем я даже при параллельном подключении 2 сотки, то бишь 200 ампер, спокойно заряжал. Вот он соточку спокойно заряжает без проблем. 2 года ей пользуюсь, всем рекомендую. У меня есть китайские зарядки, но по сравнению с китайцами это небо и земля. Китаец где-то заряжает на 90% любой аккумулятор. Потом я попробовал, подсоединяя вот эту вот, и на 1 ампере еще где-то час, вот, это точно, еще час-полтора после китайской, вот это еще дозаряжает. То бишь китайцы на 90% заряжают, этот полностью на сотку. Всем рекомендую. Лавита. Все, всем пока.